Вообще, вау. Ну, короче, запускаю. Да, ну я... Здорово! Аня, ты в РК? Да, в РК. Привет. Привет. Так, говорит, в РК. И без колебаний откликнулись на него. Тут как обычно, короче. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Стадион, поменяй ауру. В ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель. Давайте, чтобы три ауры было. От огня поставьте еще. Я от огня поставлю, а пусть этот Родион поставит. Кастер ауру поставь. Родион, кастер. Аура сосредоточенности. Убери этот молоток обоссан. Я видел и более достойных соперников. Не у меня молоток. Напрасно тратишь наше время, паладин. Не подходи. Типа в одного хила, да? Три. Не спекнулся? Да я вот вижу, тротон, яхили, все вроде. Ну да. Знать. Давай поклонски забирай. Сейчас умру. Где ты там? 400 кг. Давайте с набольно убивай. Кислотной утробой и жуткой чешуей. А тут просто не будет. Обычно все правы. Где потом бис шмот на ДФБ, да? Там бессмертие надо, чтобы убить, чтобы ДФБ сделать? Нет. Не, нужно просто убить на 50 попыток. Да, 50 попыток. А где огонь этот, желчь, а вот. Кто там, зеленые есть люди, нет? И один был зеленый. Не. Ну, окей, в стороне постою. Иди бегом по рейду, Слав. Ой, не повезло Поклонскому. Скинул себя, да, баблом причем. Тьфу ты, извините. Я просто в этот момент как раз таблетки пила, извините. Таблетки. Вокруг рассредотачиваемся этого дурака. С одной стороны не стоит. Вокруг вместе не стойте, втроем не стойте, он вас будет заблевывать и будете все в стане. Вот передо мной встаньте, кто-то РДД, вам же похер на парирование. Три человека получают дамаг. Смотри, надо бежать вправо или влево. Запах лесной, тутуру, тутуру. Ну вы поняли, короче, да? Угу. Чем это чревато? Чудовища повержены!
Что тебе угодно? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Хавайте рыбу, вот я вам сейчас тут поставлю. Тут. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут маг ворует и варенька, короче, смотри, там, если сильно просаживаться не будем, тоже воруй диспель стаки с него. С этого дурака. Повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Отправляйся в пустоту. Конскюрит, поднимай его. Что, искупление против закидывать надо? Ты... Ну, есть этих дураков уже. Что с этим магом? Че он проклятый? Че на него вечно кидается? Не знаю. Зубчики. Давайте чешки. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Как дела? К счастью, вы победили демона. Так, она рыбу специально для тебя. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Ангарда. Ага. Лишь победив их, вы заслужите Спасибо. Достойную награду. Хуя, это не рыба. Запятнать честь Альянса. Они пытались Блядь. Нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... В смысле ставят, а снимать кто будет? Твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Блядь, Хорошо, ты падла. Да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, какие у нас там дурачки вышли? Рога. Я заберу рогу. Так, кто там еще? И все что ли? Ну ладно. Придется бить вам сначала кружок. Потом череп. Потом треугольник. А потом останутся два хила. Я заберу этот звезду. Поклонски поддержишь, постараешься постанить там что сову, короче. И Трисия сыграй по треугольнику тоже фир. Вот, ну и так, как обычно, масфир, ретрики, все станы раздаете там. Хилов, которые без меток. Ну и все, чек на пол.
Все играем в этот, в кружок. Макгрегор, притянешь кружок в рейд, будете его заливать. Все, побежали. Это заклинание еще не готово. Нужно подойти поближе. Контроли давайте, делайте все четко. Вон звездопад. Лил Прида, смотри глыбы, чтобы без КД была, то чаржница в тебя. Фир давайте, масс-фир. Расфирьте этих петухов. Иди, как они близко стоят. Череп играйте. После черепа треугольник. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Ну вот теперь вот этого бейте. Квадрат. Дураков этих, короче. И горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Давайте все темные уберем. Конский левую, я правую, все бьем правую. Чекнуку. Скажу, когда надо будет сменить, стоите рядом с порталом. Сова тут. Давайте начинаем. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Что-то анонс даже не было. Че был? Посмотрел, значит. Значит, повезло нам. День. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин?
Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки Плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Так, я вот не знаю. Поклонский, у тебя ретрик, да, второй? А, у нас Ршама нету, блядь. Нерубианцы воздвигли целую империю. Я вот не знаю, может, стоит в одного танка или нет. Империю, на которой вы так построили свои дома. Целуйся, там МПшки, да, что не сорвут, я думаю. Да, в принципе, да. Ну ладно, давайте так. Да, хватит. Лень, там яды есть у тебя с урезхила? Надо будет урезать на третьей фазе. Все есть, отлично. Что-то я не знаю, короче, у льду сейчас или уже завтра тогда собирать. Да уже завтра, ну да. Тогда сейчас что-то ТРС 10 гер или еще ВК сходим. Давайте, подходите. Чек на пул. Макгрегор. Макгрегор. Я тут. Так, на счет три начинаем. Раз, два, три. Это место станет вашей могилой. Давайте сильнее босса сейчас переведем. Босса бейте, босса. Как переведем, потом жуков забьем. А тут успеет. Все, добейте жуков, зауешьте жуков сейчас и потом зальем босса. Рейд на пол хп. Убейте жуков. Убивайте этого дурака. Лол. Блять, падла. Так, на ИП кто-то перезаходит, то 250 ИП. Прием. Я понял.